Предлагаем вашему вниманию экспресс-обзор метеостанции TFA Season, состоящий из базовой станции и выносного датчика с радиусом действия 80 метров в прямой видимости. Основные измерения – температура, влажность и атмосферное давление. На основе этих данных строится прогноз погоды на ближайшие 12 часов, который отображается на экране в виде анимированных пиктограмм на фоне пейзажа, который изменяется в зависимости от времени года. Влажность отображается в процентах. В зависимости от ваших установок, температура отображается в градусах Цельсия или Фаренгейта, атмосферное давление в гектопаскалях или дюймах ртутного столба. На экране давление отображается в виде числа, а история его изменения за последние сутки в виде гистограммы. Также станция фиксирует максимальные и минимальные значения температуры и влажности за последние сутки. Эти значения могут быть сброшены вручную нажатием соответствующей кнопки. Функция оповещения подаст звуковой сигнал при выходе наружной температуры и влажности за указанные вами пределы. Кроме метеорологических показателей, на экране отображается время и текущая дата. Если позволяет ваше место проживания, то можно включить режим радиоконтроля часов. Если вам интересно знать фазу Луны, то, пожалуйста, эта информация тоже отображается на дисплее в виде соответствующей пиктограммы. Также хочется отметить большой цветной дисплей размером 127 на 110 мм, которым оснащена эта метеостанция, удобное размещение информации на нем, а также большой размер символов. Электропитание. Внешний датчик метеоприбора питается от двух батареек. Базовый блок от батареи и от сети 220 вольт посредством сетевого адаптера. В случае питания от сети работает режим постоянной подсветки экрана. Итак, метеостанция обладает весьма широким набором полезных функций. Строгий, но приятный дизайн дополнит любой интерьер. И, конечно же, человеку будет приятно получить такой прибор в подарок по любому хорошему поводу.